Теперь мы говорим о жизни в этом мире, в который мы сейчас попали. То есть мы влетели, въехали в мир. Вот, в кругом одни препятствия. Понимаете? То есть я запланировал лекции читать, и мне просто перед лекциями туда уже нельзя, туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя. Все, никуда нельзя, сиди дома. Вот, есть выбор, думайте сами. Мы должны все воспринимать правильно. Ну, то есть мы должны думать, можно или нельзя. Если люди защищены, если есть возможность внутренняя, если они получают пользу, почему нельзя? Надо делать, потому что если люди будут просто сидеть парализованные по домам, они просто от этого... Вот смотрите, в феврале всех закрыли, да? Это хорошо, хорошо, там заболевать. Но страны, многие страны мира поняли, что это не вариант надолго. На длительный срок не вариант. Вот смотрите, сейчас не закрывают же, такого нету. Террора, как, допустим, был в феврале, в марте, там все, потому что это не вариант сейчас, понимаете? Вариант жить дальше. Мы должны с этим жить. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну когда вакцину сделают, все же пройдет. Когда это все закончится, я не знаю. Надо жить прямо сейчас. Не надо думать, что потом, когда все это закончится, я буду жить, а сейчас подожду. Ждать ничего не надо. Нам сказали, что закончится через 2 недели, когда только началось. Прошло 8 месяцев. Чего ждать? Будет все так же. Поэтому, пожалуйста, включайтесь в жизнь. Не ждите ничего. Сейчас другая жизнь. Может быть, все закончится. Я как бы это не отрицаю. А может быть, закончится не так, как мы хотим. Потому что куда его денешь, этот вирус, понимаете? Мы сейчас, это новое как бы изобретение природы. Я не знаю, помог там человек или нет, может быть и помог. Но суть сейчас в другом уже. Сейчас никто не контролирует ситуацию. Сейчас никто не может сказать, что он может что-то там решать. Все решает природа. И так действует судьба. Как жить в наше время? Вот, допустим, когда в целом очень трудно, что делать и как жить? В целом человек должен быть очень мобилизован. Вот, допустим, я встал рано утром вчера для того, чтобы поехать к вам. Сел в машину, поехал. Но я не посмотрел мобилку, не посмотрел WhatsApp, а мне уже написали, что рейс отменен. Я приехал в аэропорт, увидел, что рейса нет, поехал назад, а потом только увидел сообщение. Понимаете, почему так произошло? Потому что я не учел время, в котором я живу. Понимаете, это время требует мобилизации. Нужно учитывать все, нужно смотреть, изучать, быть начеку. Откуда придет тебе пинок от судьбы, ты не знаешь. Может быть, от близкого человека. Но при этом начеку быть не означает быть хмурым. Быть начеку означает внимательно следить за тем, что происходит. Понимаете? Быть внимательным по отношению к судьбе. Идти вперед. То есть внимательным не означает тормозить. Ну то есть мне вот сказали состыковки такие. Я должен прилететь за 6 часов сюда, прилетел за там 9-10. Все равно я лечу. То есть не надо отступать. Не надо тормозить. То есть сама судьба всем вам, не только мне, всем вам будет показывать одну и ту же схему. То, что вы хотели достигнуть, чего вы хотели достигнуть, просто, девушка, просто, теперь будет непросто. Ну то есть будет надо больше усилий прилагать к тому, что обычно достигается легче. Это касается всего и везде. Те в жизни, потому что я еще раз повторяю, проблема не в вирусе, потому что некоторые все упрощают. Это еще очень важно понять, что есть важное такое понятие настройки. Я сегодня тоже об этом буду серьезно говорить. Настройка сразу все неправильно разрушает всю жизнь. Есть 3 типа настройки всего. Понимаете, первый тип настройки называется закон подлости. Ну то есть, если войти в интернет, сейчас это повально. Ну то есть, как действует эта настройка? А эта настройка убивает человека.
Вот как вы разрушите себе свою жизнь, это уже детали. Может быть, от коронавируса, может быть, у вас работы не будет, может быть, идет близкий человек от вас. Но сама эта настройка разрушает, и в зале сейчас эта настройка колоссальную силу имеет. Колоссальную силу. А это значит и в городе, и в стране, и так далее. Это недопустимо. Понимаете? Надо научиться терпению. Вот, допустим, выбрали президента. Он 5 лет, да, проправил? Сколько сейчас? А? А? Ну сколько ему 5 лет, да? Дайте им потом еще 5 лет. Он за 5 лет сейчас научится? Потому что быть правителем – это очень сложно. Нужна специальная квалификация. Просто хорошего человека недостаточно. Нужен большой опыт. Нужно иметь вес в обществе, в мире в целом. Очень-очень много требований к тому, чтобы человек потом мог наладить страну. Дайте еще 5 лет, как минимум. И тогда уже пойдет как бы крепнуть страна. Я к чему это все говорю? К тому, что надо понимать, как происходят процессы все. Невозможно наладить все за 5 лет. Это очень сложно. Большая страна, то есть нужно много механизмов всяких включать постепенно, чтобы все заработало. Не нужно быть слишком быстрыми. Это принцип. Терпение – это принцип. Допустим, я не могу уже ждать, когда он меня возьмет замуж. Терпение – это принцип. Надо душить. Бог дал мужичка души, пока не возьмет. Это принцип, тем более в наше время сейчас, когда все и так усугубляется. Итак, смотрите, три типа веры, три типа настройки. Вера означает настройка. Первая настройка. Зло сильнее, чем добро. Ну, вкратце. А если говорить практическим языком сейчас, то всех зачипируют. Вот когда человек начинает об этом думать, зачипируют или нет, я не знаю. Но счастье у меня из сердца никто не заберет, пусть хоть что там сделают, потому что я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Понимаете? То есть, допустим, зачипируют. Ну, я не знаю, то есть, скорее всего, нет в ближайшее время. Вот. Ну и что? Вы говорите, все будут про нас знать. А сейчас что, про вас никто ничего не знает? Вот здесь вот находится Господь, Он каждый шаг вас видит. И если Ему надо, Он кому-то сообщает об этом. Вот, допустим, вы приходите к человеку, допустим, кто-то вам работу устраивается, вы чувствуете, этот человек будет воровать. Откуда вы знаете? Это правда, вам Господь подсказал. Из сердца, понимаете? Он все знает, и Он подсказывает. Уже сейчас все наши ходы известны, чего вы боитесь? И вы говорите, что зачипируют, да? Да уже сейчас про человека узнать, просто расплюнуть вообще все. Сейчас спецслужбы все-все знают про людей по всему миру вообще. Нет проблем. Все ходы уже записаны. У нас в мобилке все наши передвижения есть, и они все фиксируются. Уже мы сами это настраиваем, геопозицию свою, у нас уже все есть. Зачем я пришла на эту лекцию, Олег Геннадьевич? Мои хорошие, я вам хочу сказать одну простую истину. Все зависит от того, как вы это все воспринимаете. Не надо ничего бояться. Вот эта вера, что нас всех зачипируют. Вакцины специально сделали для того, чтобы все стали бесплодными. Раз. Нас всех зачипируют. Два. Меловая элита хочет убить сократить поголовье скота на земле, ну, в смысле людей. Три. Это называется вера в невежестве. Когда люди слушают такие материалы, вот эти все беседы о том, что все вот так плохо, правители денег там и так далее, все это означает вера в невежестве. Правда там есть? Есть. Сколько там правды? Это самая большая опасность такого мышления и слушания всех этих материалов – это ваша настройка. Она, первое, уберет иммунитет, второе, вы станете безработным, третье, у вас разрушится семья и так далее. Потому что когда человек верит, что не Бог управляет этим миром, а какие-то простые люди, они сами смертные, они сами все помрут, понимаете? Чем они управляют? Кто тут чем управляет в этом мире? Только Господь здесь всем управляет.
Можно пальцы, конечно, так сделать на время. Потом все равно с тобой разберутся здесь, не волнуйся. Итак, в этом мире правит вся другая сила всем. И это надо знать. Очень важно каждому из нас знать, что счастье есть.